Ну что, кто на что ставит? Проигрыш, поражение. Выиграем. Думаешь? Если будем командно играть, то мы не таких делали. Так, Вась, что, мне снайпер побрать? Я не знаю, я со снайпа на мид пойду, потому что мид никто не будет держать. Давай на бой сходу со снайпой не прокатит, там поменяем фанас. Ну, как говорится, всем удачи, всем кривых противников. Ну, пошли. Всем трезвый, добрый. Он на обзор звездной. Мид чист. Б2 минус. На сервах один есть. Выстрелил в него, значит, он каленый. А минус. Подбегает сюда к нам. Чё, смещается, да? На, не. Еще один там снайпер. Угу. Хотя мог на Б уйти уже. А ты чекнуть? Не. Я чекаю Б. Не, он здесь, она. Она. Спасибо, не надо аплодисментов. Мид есть. Да почему я не могу его убить? Он как двое мид. Я его помню попал. Три мид. Три мид, ребят. Хорошо. На Б, по-моему, смещаю. На Б бежит. Один на Б ушел. Я его убил. Петр в зиге идет на Б. Мид чист. Б. 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 Все, Б, Вася. За краном сидит. Угу. Хорош. Последний за краном на дальнем. Снайпер сняли. Закидайте его гранатами. Он за краном? Да. Он снайпер. Снайпера я снял. А где? Охуеть. О, мой бог. Вася, ложный не фугер. Нормально. Я тут ни при чем. Подождите, вдвоем с двух сторон заходите. Давай. Хорош. Спасибо. Ну, простите. Я сегодня вообще не попадаю и туплю. Я у меня 1 на 3. У меня 7 на 1. Я, походу, делал пивко, а накатывать начинает. Мид, слышу. Б двое. Один за кран убежал сразу, один в это.
Хорош. Походу это будет Б. Ой, этот мид. Один Б офис. Я по паблику помню вот этого солнца. То, что он читы подрубает? Да, наверное. Да, я иногда, знаешь, тоже иду, блин, 42 на 2, блядь. Сейчас это бывает. 9А снайпер. Сказал 9А снайпер. Я думал, он в офисе. Так ты и есть 9А. Так это и говори то, что это офис. Мид закидывает. Первый раз. Мид еще один. Двое мид. Двое мид поднимаются. Бегут на. Надо. Даже есть. Еще один Олег. Все, убит. Последний Б. Все. Напишет, что я хакер, бля. Хм. Ну, логично, он постоянно там тусит, бля. Б, мид рашит. Я на Б ушел, смотрите, вверх, а. Я не... Хорошо. Я мид не смотрю. Все, вышли с мида. Олег, развернись, Олег, развернись. Еще один сзади. Олег, развернись. Блядь, ну что ты вот, Вась? В офисе один. Ну я ж не знаю, вдруг ты там его убил, попросил тебя помощи, потому что я бегу с пистолетом, мне неудобно. Ты сказал, что тебе помощь нужна. Так я же говорю, развернись, помоги, чё я тебе буду просто так говорить? У тебя есть такая привычка, ты говоришь, что делать, но не говоришь зачем. Вот серый есть. Мид еще один есть, снайпер. Мид, снайпер, каленый один. Помогите. Зашел на... Один мид калёный вообще, можно с пистолета убивать. Один на один мид был. Заебись. Уяси калёный. Ну я попал с него в него в читаком, я не знаю, зачитал или нет, можешь на видео потом посмотреть. У меня выстрел был, я не знаю, сколько у него брони должно быть, чтобы выжить вот столько выстрелов. Ну брони нету. Он в футболке бегает. Есть опять мид. Я ушел на Б. Смотрите А сверху. Угу. Олег, походу к нам бегут, если честно. Да, походу. Олег, зашел. Еще. Он на Б убежал, Серег, иди догони. А. Это А будет. Блин, пару выстрелов тело убило. Ну это А будет. Да. Макросный. Этого чувака только со снайперки можно. Нет, я с него в него читаком, стреляю, я его не убил. Я в него читаком стреляю, не убиваю, честно. Его ничего не берет. Сука, макросная вода вообще.
Неужели? Хороший. Убит. Ой, хорош. Ой, хорош. Вообще сейчас было красиво просто. Но он на миду. На мид, давайте, все, ну ставьте бомбу. Ставь, ставь. Я отвлеку его на себя, Серег. Я буду здесь стоять и там возле колонны где-нибудь. Бежит. Хорош. Ой, хорош. Тру, ребята, тру. Снайпер мид. Один на. Блин, один на. Да. Чикотина. По-моему, не успеет. Фан не так пишется, а буквами стою. Ну, сам бы написался. Снайпер не буду. Че, чекнуть? Снайпера я того снял. На автополез возле леса. Да, слева. Все, отлично. На Б у меня ставьте. Я ставлю. Факсайт. Читеры, не читеры. Ура! Мита есть один. Походу не нас будут ждать сейчас на атом все. Ну да, надо, наверное, тут пошуметь, да нам пойти. Один прям туннель смотрит с правой стороны, опять смотрит. У меня один на Б. Двое Б. Я один на вот заходили.
Последний побежал через нашу респу. Мид бежит. Или сзади тебя уже где-то. Найс трай. Там сейчас на Б двое, Олег, всегда. Где один? Один из дверей обычно. Да. О, их там трое. Трое Б. Один скоцанный. Залитый. Один рядом с зеленью. Откуда? Двое. Ну он тебя прикольно убил в прыжке, да? Вот. Да, да. Мне кажется, они сейчас начинают подрубать потихонечку, если у них всегда там. Если они такие все игры играли, то скорее всего. Хорош. Размена. Где последний? Наверху возле меда. На лестнице. Бежит на Б. На Б бежит? А, да, 9Б. Хорош. It's a sound. Один мид. На Б один на мину. А, на, в нычке сидит, Кать. Как это? Обычно. Слева? Я не знаю, если на Б еще или нет, но я одного убил здесь. Еще один, а, еще один. Я могу поставить на Б. Все. Ну ладно, ставки сыграли свое. Я же сказал. Давай Илюхе привет передадим. Батя тащит. Все, всем спасибо за внимание.